Здравствуйте. Хочу с вами поделиться способом, как самому можно сделать подводную камеру, не покупая заводскую тридору. Покупаем обычную камеру заднего вида, автомобильную, с инфракрасной подсветкой. Берем, герметизируем все стыки, герметизируем саму камеру обычным автомобильным герметиком прокладочным. Берем аккум, любой какой-то маленький, не знаю, у меня на 4 ампер час. И вуаля. Идем на реку и изучаем жизнь подводных обитателей. Я ее уже проверял на глубине около 5 метров. Нормально. Все показывает, все видно, не подтекает. Так что вот так. Спасибо за внимание. Если было кому полезно, очень буду рад.